Здравствуйте. Обращаюсь к тем, кто вернулся в Киев. Ну и не только в Киев, другие города, в общем, те, кто повозвращались. Сегодня утром мне не спалось, в общем, проснулся я, пошел на кухню, надел наушники, сижу тихонечко, листаю ТикТок. Тут ни с того, ни с сего. Бах, бах по башке, короче. Что-то там они уронили. Давай орать, вопли какие-то. Я чуть не обосрался. Ну, в общем, чему я это все рассказываю? Смотрите, ребята. Я, конечно, понимаю, что вы, скорее всего, находились там, где тихо. Скорее всего. Но у нас тут тихо не было. У нас тут и стреляли на улицах, и тревоги были, и мародеров ловили, и бомбили, вон соседний дом разбомбили, там 2-4 этажа в хлам разнесло, и погибшие есть. Вот, поэтому, ну, понимаете, мы уже немножко по-другому здесь живем. Хотите побухать, пожалуйста. Купили, домой пришли, сели, тихонечко распили, потарахтели, пошли спатки. Не надо крутить дискотеку после 9 часов, понимаете, после начала комендантского часа. Не надо гонять на улицах Киева на машине. Это настораживает и гражданских, и полицию, и тероборону. Не надо орать на улицах. Это тоже, ну, такая вот нездоровая фигня, понимаете? Ну, хорошо, я знаю, что там люди приехали, вернулись домой. Как бы я их видел. А если бы я их не видел? Ну, то есть мысли какие? То есть, либо там ДРГ какое-то, может быть, мародеры какие-то, понимаете, квартиру чистят. Вот, может быть, кого-то там взяли в заложники, держат, понимаете? Ну, военное время, черти что творится. Поэтому я вас очень прошу, пожалуйста, будьте людьми, ведите себя, ну, соответствующе и нормально. Хорошо? Спасибо.